В эфире 7 канала «Новости». В студии для вас работает Елена Крылатова. Здравствуйте. Вместе со всей командой информационной службы мы готовы подвести итоги дня. Кабмин назначил нового министра энергетики. Им стал Герман Галущенко, топ-менеджер «Энергоатома». Этой компании сейчас занимается НАБУ. Новоназначенный министр, как и его предшественники, уже пообещал снизить тарифы. Но сможет ли он это сделать, смотрите в следующем сюжете. Снижение тарифов – едва ли не самый главный вопрос, который волнует украинцев каждый раз, когда назначают нового министра энергетики. Его же несколько раз во время заседания парламента задавали кандидату на министерское кресло – Герману Галущенко, нардепы. Чи готові ви сьогодні взяти на себе відповідальність за справедливу тарифну політику в Україні? Кандидатура Германа Галущенко вызвала споры. Часть депутатов критиковали его за топ-должность в «Энергоатоме» и связи с олигархами. Галущенко – це людина деркача. Того самого, якого Сполучені Штати Америки вважають агентом Кремля. Також нагадаю роботу Галущенка у часи Януковича в команді Деркача. Ця людина повинна сидіти не в кріслі, як кандидат на посаду міністра енергетики. Вона повинна сидіти в в'язниці за державну зраду. Національне антикорупційне бюро розслідує майже 10 кримінальних справ, де фігурує керівництво «Енергоатому», в тому числі пан Галущенко. Тільки за одним договором він продав електроенергії и нанес збитки державі на 2,4 мільярда гривень. Но несмотря на все дискуссии, кандидатуру Галущенко поддержали 305 народных депутатов. Новоназначенный министр, как и все его предшественники, сразу же пообещал найти способ снизить тарифы. Но как именно, не объяснил. Зато попросил поддержки у народных депутатов. Це має бути консолідована спільна робота. Якраз моє головне завдання на посаді міністра, я якраз і бачу в цьому, щоб налагодити з вами оцю співпрацю. Но сможет ли реально новый министр энергетики снизить тарифы? Тарифами у нас занимается не министр, у нас тарифами занимается Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг. Вы знаете, как в басне Крылова, вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь. Вот вопрос, наверное, давно уже не в персоналиях, а в системе, что вот нынешняя существующая система управления, она давно себя уже, как говорится, исчерпала и очень остро нуждается, как говорится, в полном пересмотре и замене. На посту главы Минэнерго в последнее время долго не задерживались. После назначения Шмыгаля Министерство энергетики временно возглавляли Алексей Оржель, Виталий Шубин, Ольга Богуславец, Юрий Бойко и Юрий Ветренко, которого недавно назначили руководителем «Нафтогаза». Эксперты говорят, от таких смен украинцы вряд ли получат выгоду. Министр не может поменять эту систему. Если он начинает против нее выступать, моментально он лишает своей должности. На такие должности случайно люди не попадают. Тот же премьер-министр, он работал в структурах Рината Леонидовича Ахметова. Отмечу, что кандидатуру Галущенко рекомендовали в офисе президента. Ксения Сетинская, Евгений Ячменцев, 7 канал. ГБР провело обыски на заводе «Кузня» на Рыбальском и подразделениях «Богдан Моторс». Государственное бюро расследований проверяет факты безосновательного завышения стоимости товаров и услуг, а также поставок вооруженные силы Украины некачественной продукции в особый период. Также следователи изучают сведения о превышении властных полномочий должностными лицами Министерства обороны. За даними досудового розслідування, дані підприємства впродовж 2015-2019 років уклали з Міністерством оборони України вартісні контракти на постачання до Збройних сил України військових автомобілів, обладнання та надання послуг із обслуговування агрегатів військових кораблів. Вказані слідчі дії пов'язані із ненаданням суб'єктами господарювання необхідної документації. Мета обшуків досягнута. Олег Гладковский, президент корпорации «Богдан», уже назвал меры ГБР политическим преследованием и планирует обратиться по этому поводу в Европейский суд по правам человека. Напомню, значительной частью акций этих предприятий во времена своего президентства владел Петр Порошенко. Заработную плату ниже минимальной получают 50 тысяч жителей Одесской области. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Сергей Гриневецкий. По его словам, наихудшая ситуация в Белгороднестровской, Кодымской и Беляевской объединенных территориальных общинах.
Найнижчий рівень заробітної плати по ОТГ, по галузям сільське господарство і будівництво. Взагалі, я не розумію, що це за заробітні плати в будівництві 3 тисячі гривень. Або переробні промисловості гарно ж там 1900. Одесская область занимает 17 место в Украине по уровню заработной платы. Задолженность по оплате труда выросла с 83 до 86 миллионов гривен. Наихудший показатель у Одесского нефтеперерабатывающего завода, где предприятие не выплатило своим работникам более 30 миллионов гривен. На 1 квітня 2021 року загальна кількість підприємств-боржників становить у нас 44. Це більше, ніж у минулому році. На жаль, як і в попередні періоди, держава є не дуже якісним менеджером. Заборгованості з виплати заробітної плати на сьогодні становить державні підприємства. Це 39 мільйонів гривень або 45% всієї заборгованості по Одеській області. 2 мая правоохранители Одесского региона будут работать в усиленном режиме. По словам начальника ГУНП области Олега Беха, экипажи будут дежурить на подъездах к Одессе, а сам областной центр будут патрулировать 2500 полицейских, 700 нацгвардейцев, а также 600 правоохранителей из дополнительного резерва. Посты в селе Бурлача Балка, 7 км от Обрской дороги, 2 стопы Усатовские, напрямок село Дачный. Село Латівка, 21 кілометр, Старо Київське шосе, село Фонтанка та СНТ Любошивка. Будуть працювати посилені наряди поліції, які будуть перевіряти і прибуваючих, можливо, в транспортних засобах людях, які можуть переміщуватися. За порядком во время Пасхи в более 400 населенных пунктах области будут следить 1139 полицейских и военных. Пятьсот 18 жителей Одесской области заболели COVID-19. За последние сутки всего в Украине диагностировали 11627 новых случаев заболевания. В Одессе умерли 13 пациентов, выздоровели 318. Количество больных медработников достигает 109. Ковидом болеют 349 детей. На лечении в инфекционной больнице находится 291 пациент. В тяжелом состоянии без подключения к аппарату искусственной вентиляции легких 218 пациентов. Количество вакцинированных в Украине превысило 629 тысяч человек. И Одеська, и Харківська, и Запорізька область, коли ми перерозподіляли вакцину, вони поставили собі за мету використати її досить швидко кожного тижня. І це досить швидко переносилось з тиждень на тиждень. Зараз ми спеціально тут перебуваємо в Одеській області для того, щоб подивитись, вияснити бар'єри, чому вона не була використана. Жесткий конфликт между соседями разгорелся вокруг строительства во дворе на Манежной 34. В этом доме, построенном еще в конце позапрошлого века, уже неоднократно происходили обрушения. По мнению жителей, еще одной стройки вблизи их дом просто не выдержит. Подробности смотрите в сюжете Евгения Миглея. Конфликт с жителями дома на Манежной 34 вспыхнул вчера утром, когда на здании во дворе вдруг появился второй этаж. Хотя сначала здесь должны были построить только гараж, говорят местные. Причем очень быстро начали строить, возводить второй этаж. Ведутся работы. У нас дом старый, у нас постоянно возникают большие мощные вибрации, которые ощущаются в квартире, шум, потому что сюда заезжают большие грузовые автомобили и ведутся работы. А у нас в прошлом году, у нас это неблагоприятные дома, которые, ну, в плане, что они уже старые достаточно, в прошлом году обрушился флигель. Вот, второй флигель нашего двора, а через какое-то время и в этом напротив доме тоже было обрушение. Местные жители опасаются, что строительные работы представляют угрозу для их дома, ведь его возраст превышает столетие. Говорят, написали заявление в полицию. Здесь, если он нам сказал, что он не будет строить, мы подумали, что действительно он ничего не будет строить. А, соответственно, сегодня мы видим, что он строит. Что он строит, мы не знаем. Сколько это этажей будет, мы тоже не знаем. Потому что проекта мы не видели, никакой таблички информационной, как на стройках,
кто застройщик, какой проект, мы не видели. Мне сказали, что эти помещения приватизированы. Такого быть не может, это утопия. Строительство без земли – это утопия, а на кадастровой карте собственника земли мы не видим частного лица. По телефону нам удалось получить комментарий начальника 6-го участка ЖКС «Портофранковский» Руслана Кукурузы. Смотрите, нам человек предоставил документы, копии документов. Кто ему, ну, какой орган давал и как давал, я не знаю. Там жильцы обращались дома, сделайте нам так. Я говорю, мы этого не делали и не делаем такие документы. Это делают специализированные органы. Человек предоставил нам по требованию, я не могу его документы, ну, всем раздавать, всем показывать. Я понял. То, что у него есть документы, я вам сообщаю, да, они есть, он принес, показал копию документов. Анатолий, который затеял строительство, говорит, его действия вызвали возмущение лишь некоторых соседей. Самому дому работы ничем не грозят, ведь стены возводят из легких пеноблоков, утверждает мужчина. Да и с жителями якобы пытался договориться. Хотели договориться, что я им делаю здесь новую заново канализацию, и все, и они меня не трогают. Как бы я им что-то делаю для двора, а они не трогают меня. Вроде все, договорились, все, и потом другая сторона жильцов этого дома вышла и сказала, нет, категорически против, вы нам мешаете, из-за вашего строения наш дом страдает. Однако к взаимопониманию не пришли, и теперь к конфликту пришлось привлекать правоохранителей. Евгений Миглей, Алексей Филиппов, 7 канал. Суд признал законным строительство жилого комплекса «Ля Мер» на 13-й станции Большого Фонтана. По мнению истца, застройщик «Интергалбуд» получил фальшивые документы на строительство сооружения. Поэтому решение будут обжаловать в апелляции. Напомню, иск против строительства девятиэтажки на склонах подали еще в прошлом году. Те, що сьогодні відбулося, призвело до того, фактично, що містобудівні умови та обмеження, котрі сам департамент архітектури підтвердив, що ніколи не надавав на житловий комплекс «Ля Мер», фактично сумнівний документ з сумнівною долею виникнення фактично може бути легалізованим і на його підставі може бути побудований житловий комплекс «Ля Мер». Вылов сельди в Одесской области временно приостановили. Запрет на промысел сетями устанавливается в период со 2 мая из-за нереста этой рыбы. Как сообщает пресс-служба Одесского рыбоохранного патруля, вылов прекращается в рукаве Турунчук и в основном русле реки Днестр от устья до села Паланка сроком на 5 суток со 2 по 6 мая включительно. И от села Паланка до плотины Дубасарской ГЭС сроком на 10 суток до 11 мая включительно. Мурал от известного французского художника Жульена Малана появился на здании 55-й школы в Одессе. Картину рисовали в рамках проекта «Французская весна», который проходит по всей Украине. Художник рассказывает, потратил 4 дня и 10 литров краски. Сам рисунок выбирали из нескольких эскизов. Я нарисовал этот мурал для школы номер 55. Изобразил девочку, которая рисует свое собственное солнце. Мы видим на картине контраст между тучами и ярким солнечным светом. Жульен добавляет, в Одессу влюбился, поэтому подарит городу еще одну картину, которая скоро появится в центре. И таким увидели этот день корреспонденты 7 канала. Следить за новостями всегда можно на нашем официальном сайте и в социальных сетях. А если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам по телефону 726-3226. Оставайтесь с нами, ведь это наш город и ваш 7 канал. Непременно увидимся. До скорой встречи.